Как всегда в это время в эфире телеканала ТНТ «Армавир» информационная программа «Твои новости». В студии Марина Юрченко. Здравствуйте. И в начале выпуска мои коллеги о главном. На сегодняшний день Армавирский многофункциональный центр предоставляет 129 услуг. В ближайшее время этот список увеличится. Анна Мельченко подробнее. Бетонный столб повис над проезжей частью. Что с ним случилось и можно ли ликвидировать эту проблему, расскажет Анна Туринова. Возможно ли сегодня прожить без интернета и как детей оградить от негативного его влияния? На эту тему рассуждали ученики первой гимназии. Их мнение смотрите в репортаже Натальи Поляковой. 28 октября – Международный день анимации. Немногие знают об этом, но мультфильмы создают и в Армавире. Подробнее об этом Дарья Топчиева. Минувший отопительный сезон, несмотря на холодную зиму, город прошел относительно благополучно. Но армавирцы высказали отдельные нарекания, которые в нынешнем году были устранены. Об этом Андрей Харченко сообщил на совещании с активом муниципалитета. Проведен ремонт центрального отопления, сделана изоляция и проведено гидравлическое испытание трубопроводов, ремонт силовых трансформаторов, подготовлена техника к очистке дорог и тротуаров от снега и их обработке песчано-соляной смесью. За качеством теплоснабжения глава Армавира поручил тщательно следить управлению жилищно-коммунального хозяйства и реагировать на возможные жалобы жителей многоквартирных домов. Управление ЖКХ поставлена задача мной, чтобы все звонки и обращения мониторились в части качественного теплоснабжения, потому что всегда начало отопительного периода требует ряда установочных работ. Поэтому обращаюсь и к вам, если вдруг какие-то проблемы, связанные с спуском тепла, уже тепло подано во все объекты. Соответственно, чтобы через управление ЖКХ могли оперативно реагировать на ту или иную ситуацию. Мы договорились, что формат для города Армавира работа всех коммунальных служб должна быть организована в круглосуточном режиме. 2100 армавирских детей в 2014 году пошли в дошкольные учреждения. Хотя комплектование детских садов завершилось еще в августе, администрация города продолжает заниматься предоставлением мест в ДОУ. 27 октября в местной мэрии прошел очередной прием граждан по вопросам комплектования детских садов. За его ходом следила Дарья Топчиева. Каждый понедельник и среду специалисты Управления образования администрации Армавира ведут прием граждан по вопросам предоставления мест в дошкольные учреждения. Получить путевку в детский сад, перевести ребенка из одного в другой, пожаловаться на работу сотрудников ДОУ. На приемы армавирцы приходят с разными вопросами. Юлия Савченко, например, хочет перевести своего сына из сада в поселке Заветном в другой, в районе Кирпичного. Сын уже 2,5 года, но он уже месяца 4 ходил в тот садик. Сейчас вот переехали на Кирпичный. Вот пришла вот попросить перевести его, написала заявление. Ну, теперь узнаем, места есть или нет, и переведемся уже на Кирпичный. Юлия говорит, что проблем с переводом не должно возникнуть. Однако не у всех армавирцев все так же благополучно. Свободных мест дошкольных учреждений немного, около 30. В основном они предназначены для 5-6-летних детей. А очередь в ДОУ на сегодняшний день составляет более 4000 человек. Выдача путевок, говорят специалисты управления образования, будет вестись по мере появления свободных мест. В первую очередь специалисты примут льготных граждан, членов многодетных семей, участников боевых действий, работников полиции, сирот. В 2015 году льготники свои права не потеряют, но кое-что в условиях приема детей в ДОУ все-таки изменится. Мы будем комплектовать учреждения по месту проживания родителей. И хотелось бы обратить внимание родителей, что при приеме заявления в детские сады мы будем, конечно, отслеживать адрес проживания каждого родителя и проживает ли ребенок вместе с родителем. Для того, чтобы встать в очередь на получение путевки в детский сад, армавирцам не обязательно идти в многофункциональный центр, как было раньше. Теперь это можно сделать дома. Достаточно зайти на официальный сайт администрации города, в раздел «Образование», выбрать статью «Электронная очередь в детские сады» и подать заявление. Зарегистрировавшиеся смогут здесь же на сайте проследить за тем, как двигается очередь. Дарья Топчиева, Александр Жерельев, служба новостей Армавира.
С каждым годом армавирцы все активнее пользуются возможностью получать необходимые им услуги в одном месте без привычных очередей, без бега по разным инстанциям. Только в нынешнем году в городской многофункциональный центр обратилось почти 100 тысяч заявителей. В ближайшее время перечень оказываемых здесь услуг пополнится. Об этом материал Анны Амельченко. На сегодняшний день в многофункциональном центре предоставляется 129 услуг. Из них 14 федеральных, 55 региональных, 60 муниципальных. Наиболее востребованы те, которые касаются вопросов миграционной службы и услуг пенсионного фонда. Одним из последних нововведений является предоставление региональных услуг. Это услуги Департамента имущественных отношений края, Министерства стратегического развития, Управления виноградарства и алкогольной промышленности. Так человек подает документы, и в течение одного дня мы их направляем в краевые органы власти по деловой почте. Таким образом, у заявителя отпадает необходимость ехать в Краснодар лично. Стоит отметить, что услуги практически каждый месяц добавляются. Также обновляется автоматизированная система, по которой работает центр. С 1 ноября добавится услуга МВД России по выдаче справки о наличии либо отсутствии судимости. Она востребована среди определенных круга заявителей. На сегодняшний день оформить документы гораздо проще, чем несколько лет назад. Достаточно собрать необходимый пакет и прийти в многофункциональный центр. Я все могу решить в этом центре. В любое окно. Пожалуйста, зашел, талон взял, тебя тут же вызвали, задал необходимые вопросы и получил исчерпывающие ответы. Всегда быстро, если бывает, что заявки принимают, говорят, 2 месяца решается вопрос. Буквально через неделю уже звонят и говорят, придите, заберите готовые документы. За 4 года Армавирский многофункциональный центр зарекомендовал себя как один из лучших в стране. Только за 9 месяцев текущего года сюда обратилось 92 374 заявителя. Динамика увеличения обращений граждан свидетельствует об эффективности и востребованности работы учреждения среди населения города. Анна Мельченко, Станислав Чинский, служба новостей Армавира. Две стороны медали, две стороны влияния интернета на детей и подростков. Всемирная сеть – что это? Необходимость или зависимость? Ответ на вопрос пытались найти в гимназии номер 1 на едином уроке безопасности. Прения выслушала Наталья Полякова. Любая свободная и даже не свободная минутка посвящается интернету. В России ежедневно этим источником информации пользуется 89% подростков в возрасте от 12 до 17 лет и 53% взрослых. По статистике, в основном всемирную сеть люди посещают в выходные дни. Большинство подростков и взрослых используют интернет для поиска интересной информации. На втором месте по популярности у молодежи он источник полезных знаний для учебы. Многие считают, что интернет лишен каких-либо недостатков. Так нужен ли вообще этот ресурс и имеет ли он негативное влияние на молодежь? На уроке безопасности 11-классники 1-й гимназии пытались разобраться в данном вопросе. Сразу ребятам показали фильм о том, что думает молодежь по этому поводу. Как оказалось, сегодня от интернета отказаться невозможно. И возникает еще одна задача – как обезопасить подростков и особенно детей от негативного его влияния? Ограничить доступ к определенным сайтам – это некоторый выход, но не решение проблемы. Тотальный контроль вызывает что? У ребенка желание все-таки найти выход из сложившейся ситуации, то есть все равно получить желание, да? Как тогда быть? Объяснить и рассказать о том, почему конкретно нельзя. Правило пользования интернет-пространством, да, использование его ресурсов, должно по-хорошему стать тоже задачей родителей. Потому что они не переживают за ребенка, да, научив его вести себя в общественных местах и переходить дорогу. Но в то же самое время, давая ему возможность работать с интернет-ресурсами, они полностью как бы предоставляют его самому себе, не разъясняя тех возможных угроз, которые там имеются. Основными угрозами, представляющие опасность для детей и подростков, о которых многие родители не задумываются, являются просмотр сайтов для взрослых, кибертеррор и распространение в открытом доступе персональных данных несовершеннолетних. И все же без интернета никуда, считают будущие выпускники. Главное – правильно его использовать. Мы росли без интернета, и я очень рада, что мои родители воспитали меня без интернета, потому что я получила гораздо больше. Но как ученику, и как выпускнику мне интернет необходим, потому что кое-что не услышал, не расслышал, я пользуюсь им в образовательных целях.
То есть я считаю, что интернет – это очень удобная сеть. Мы не сможем оградить своих детей, потому что такое поколение без интернета никуда. Но мы можем постараться сделать так, чтобы либо время, которое ребенок проводит в интернете, стало меньшим, либо просто сделать так, чтобы это было безопасным для него самого. Это первый такой урок безопасности в интернете, цель которого – еще раз поговорить с детьми об информационном пространстве и негативном его влиянии. В дальнейшем планируется продолжить эту работу, начиная с первоклассников. Наталья Полякова, Александр Жерелеев, служба новостей Армавира. Вечером 27 октября жительница частного дома 24 по улице Маркова обнаружила, что напротив ее жилища неизвестная женщина на синей иномарке сбила бетонный столб. Последствия такой аварии до сих пор не устранены. Подробности смотрите далее. По словам очевидцев, синяя иномарка ехала с высокой скоростью. Они считают, что при 60 и даже при 80 км в час так срезать столб просто нереально. Виновница ДТП вызвала эвакуатор и скрылась. Ну а Галина Доманина около 8 вечера попыталась вызвать специальные службы. Я позвонила в ГИБДД. Там сказали, что сообщат в полицию. Ну, полиция приехала уже на начало, наверное, ну, после 22 часов. Тут они посмотрели. Впрочем, мер, как говорит Галина Степановна, не приняли никаких. Сейчас этот столб, можно сказать, болтается на ветвях старого дерева, на котором появилась немаленькая трещина, и она только растет. Столб навис над проезжей частью, и не исключено, что в скором времени он просто рухнет на дорогу или на проезжающую мимо машину, или вообще на человека. А учитывая сильный ветер, падение может произойти в любую минуту. В МЧС звонила, сказали, а пусть она сама восстанавливает этот столб. Или звоните в электросети. Хотя сказали, нет, там электричество не проходит. В Министерстве чрезвычайных ситуаций женщине сообщили, что это столб, поддерживающий радио и телефонный провод. В настоящее время никаких действий не принято. Столб по-прежнему раскачивается над проезжей частью и по-прежнему делает это угрожающе. Анна Тулинова, Александр Жерелеев, служба новостей Армавира. 23 октября в «Твоих новостях» вышел сюжет о проблеме жителей дома 108 по улице Энгельса. Там в течение нескольких дней лилась вода из прорвавшейся трубы. В тот же день перед эфиром жильцы сообщили, что поломку устранили. Когда приехало телевидение ТНТ и сняло ролик о том, что у нас из-под дома текут ключи, в этот же день вечером приехал хозяин, перекрыл воду. И на следующий день рано утром в 9 утра приехали рабочие, раскопали нам вот двор. На трубу труба прорвала. Действительно, это был его водопровод частный. На трубу надели муфту, закопали все. Конечно, телевидение очень действенная вещь, очень хорошо помогает вот в таких трудных жизненных ситуациях. И большое спасибо телеканалу ТНТ за то, что они так оперативно среагировали. И благодаря им у нас все разрешилось. 16 октября приблизительно в 12 часов в Армавире сбили женщину 1940 года рождения. Это произошло на улице Ефремова, около дома 123. Неизвестный водитель автомобиля ВАЗ-2107 допустил наезд на пешехода, после чего скрылся с места ДТП. Очевидцы вызвали медиков, а водитель, виновник дорожно-транспортного происшествия, проследовал до больницы вместе с каретой скорой помощи. На месте мужчина поинтересовался о состоянии здоровья сбитой им женщины и скрылся. Приметы – пожилой, седой. Был одет в светлую куртку с темными вставками на рукавах. Если кому-то что-либо известно о местонахождении виновника аварии, просьба сообщить по телефонам 32002 или 020 с мобильного. Исполняющий обязанности главы Новокубанска Александр Зиньковский регулярно проводит встречи с горожанами с целью выяснения волнующих их вопросов. На прошедшей неделе он посетил Центральную районную больницу и жителей улицы Дунаевского. На встречу с исполняющим обязанности главы города Александром Зиньковским пришли жители улицы Дунаевского. В большинстве своем это были пенсионеры, так как молодежь работающих граждан в дневное время, как правило, дома сложно застать. Тем не менее, люди старшего поколения оказались, как никто другой, осведомленными во всех вопросах, волнующих разные категории населения. Горожане поблагодарили Александра Зиньковского за замененные на улице столбы электропередачи и за то, что засыпали дорогу в нужном месте по их обращению. Также жители обозначили ряд имеющихся проблем. Обещают уже 2 года повесить 2 фонаря.
Ну, хотя бы два фонаря. Улица небольшая. На нашей улице проживают два инвалида детства и маленькие дети, которые ходят в школу. Улица узкая у нас здесь. Машины, смотрите, как ходят. Это сейчас... Дети со школы идут. А у нас полицейского здесь нет. Хотя бы чуть-чуть бы они приостанавливались. Исполняющий обязанности градоначальника пообещал установку лежащего полицейского в ближайшее время. А вот на освещение, по его словам, нужны более длительные сроки. Также проживающих по улице Дунаевского и их соседей беспокоят заброшенные огороды с цветущей амброзией и подпочвенные воды, которые периодически подтапливают придомовую территорию. Председатель квартального комитета Галина Прутченко утверждает, что несмотря на существующие проблемы, местные власти всегда рядом, спешат на помощь горожанам и откликаются на все просьбы. Наша городская администрация, я считаю, что... использует все свои возможности, чтобы в городе у нас произошли изменения в лучшую сторону. Стараются где-то проводить электроэнергию, стараются дороги сделать. Следующую встречу Александр Зиньковский провел с работниками Центральной районной больницы. Исполняющий обязанности главы Новокубанска ознакомил собравшихся со сложной финансовой ситуацией, сложившейся в городском поселении. У нас сейчас кредитов в городе взято больше, чем 50% собственного бюджета. То есть если у нас бюджет собственных доходов 82 миллиона, то сейчас кредитов у нас на 52. Кредитоваться нам больше некуда. Необходимо сейчас вот в течение этого года, до конца года планируем погасить хотя бы 1,3 миллиона. В течение следующего года погасить 3. То есть наступает то время, когда приходится отжимать пояски и выплачивать то, что было сделано ранее. Во время диалога выяснилось, что больше всего работников Центральной районной больницы волнует санитарное состояние города, качество дорог и освещение некоторых улиц. А самый наболевший вопрос – нехватка кадров в медицинском учреждении, укомплектованность которого сейчас составляет всего 46%. Совместно были обсуждены все возможные варианты решения этой проблемы. Администрация Центральной районной больницы достаточно давно благотворно взаимодействует с администрацией города, ну, так же, как и с администрацией района, по различным вопросам, особенно что касается в сфере коммунального хозяйства, так как наши многие специалисты, врачи, средние медработники, санитарки являются жителями города Новокубанска, поэтому для нас, вернее, для них, так же, как и для нас, для администрации, естественно, их бытовые условия, их условия проживания нас очень волнуют, и поэтому город, конечно, прилагает достаточно большие усилия, чтобы добиться комфортного проживания всех жителей города, ну и в частности, естественно, наших сотрудников. Александром Зиньковским запланировано еще много встреч с горожанами. По его словам, все волнующие население вопросы будут детально изучены и сделано все возможное, чтобы улучшить жизнь новокубанцев. Роман Габарец из Новокубанска, служба новостей Армавира. В Новокубанском районе состоялось заседание общественного совета при главе муниципального образования. На встречу пригласили представителей различных религиозных течений. Подробности далее. Провел заседание заместитель главы муниципального образования Новокубанский район по взаимодействию с правоохранительными органами Анатолий Чернов. Он напомнил, что весной 2014 года в хуторе Ляпино на месте строительства церкви в честь иконы Божьей Матери Спарительница Хлебов был заложен первый камень в основании нового храма. При въезде в хутор Ляпино сразу видел недавно установленный поклонный крест справа, а слева стройку. Готовый фундамент, рядом аккуратно сложенный кирпич и тут же плацкартный вагон, на крыше которого православный крест. Здесь устроен временный храм, где каждую субботу проходит вечерняя служба, а также в воскресенье литургия. Рядом установлена колокольня. Перед собравшимися выступил настоятель Ляпинского прихода храма иконы Божьей Матери Спарительница Хлебов Андрей Зимарев. Наша православная вера до революции была верой государственной. И государство всячески поддерживало и укрепляло церковь. Для чего? Для того, чтобы наш народ, православный русский народ, был крепок в вере, а следовательно крепок и
и во всем остальном. Потому что Господь нам говорит, прежде всего ищите Царство Небесное, а все остальное к этому приложится. Присутствующие на совещании отметили, что в 33 образовательных учреждениях муниципального образования осуществляется преподавание курса «Основы православной культуры». Проводятся уроки, кружки, факультативные занятия, элективные курсы. На встрече было принято решение об увеличении количества подобных занятий в школах. Председатели местных религиозных организаций попросили предоставить в администрацию отчет о своей деятельности на территории Новокубанского района за 2014 год с целью более подробного ознакомления. Роман Габарец из Новокубанска, служба новостей Армавира. В Армавире подвели итоги второго муниципального фестиваля «Любоказаченьки». Перед жюри веселые и лирические композиции представили учащиеся из всех общеобразовательных учреждений города. По условиям фестиваля его участники должны были исполнить казачью песню. Оценивалось не только вокальное мастерство, но и артистизм выходивших на сцену. В номинации «Соло» первое место заняла Ксения Вакуленко, обладательница гран-при международного конкурса в Таллине, неоднократный лауреат международных конкурсов. Второй стала Мария Мусаева, третьей – Анастасия Стражева, для которой выступление на сцене стало дебютом. Также на фестивале были определены лучшие коллективы. Октября – Международный день анимации. Знаменательная дата выбрана не случайно. В этот день в конце 19 века в Париже художник и изобретатель Эмиль Рейно впервые в истории публично продемонстрировал свой аппарат – проксиноскоп, который показывал движущиеся картинки – прообраз современных мультфильмов. Сегодня созданием мультиков занимаются и в Армавире. Дарья Топчиева расскажет. С незапамятных времен существует МБОУ «Гимназия номер 1». Под ее крышей царит честь, нравственность, духовность и дружба. Их охраняют воины света. Они и есть орган самоуправления. «Войны света» – это первая работа в сфере анимационного искусства для ребят из гимназии номер 1. Мультфильм посмотрели десятки людей. Создавался он для участия в краевом конкурсе школьного самоуправления. Несколько часов рисования, более 6000 отснятых кадров и кропотливая работа монтажера. Ребята вспоминают, прежде чем мультфильм «Войны света» родился, пришлось хорошо потрудиться. Сначала, чтобы создать мультфильм, нам пришлось сделать заготовки. Всей командой мы рисовали наших воинов света. Это ключевой и яркий момент в нашем мультике. Воины света олицетворяют нас. Когда мы закончили рисовать, мы начали покадрово снимать. Это занимало очень много времени. Мы проводили по 5-6 часов в офисе. Не меньше времени потребовалось армавирским мультипликаторам для создания второго мультика под кратким и лаконичным названием «Выборы». За последние 2 года, получается, мы вообще сделали 2 мультфильма. Первый был посвящен нашей школе, первой гимназии, а второй мультик мы предоставляли к конкурсу, посвященному выборам. Но мультфильм, который посвящен выборам, он очень конкретен, он рассказывает о выборном процессе, о том, почему нужно принимать участие в выборах, он, в общем-то, немножко агитационный. Будут ли еще новые мультипликационные работы? Гимназисты говорят, что да. К окончанию учебы 11-классники сделают своей школе еще один анимационный подарок. Мы здесь для того, чтобы учеба не казалась черно-белой страницей в книге знаний. Именно мы раскрасим в яркие цвета этот уникальный мир, где каждый гимназист будет счастлив. Дарья Топчиева, Станислав Чинский, служба новостей Армавира. И еще одна информация. Амедиагрупп совместно с ХИТ-ФМ «Армавир» проводит конкурс «Осенний поцелуй». Принять участие в нем может любой желающий. Для этого нужно прислать фото соответствующей тематики на адрес info@amedia.tv и слушать рабочий полдень на ХИТ-ФМ «Армавир» на волне 101.1 FM. Победители ждут подарки. Подробности акции на сайте www.amedia.tv. Это была последняя информация выпуска. Далее метеопрогноз на ближайшие сутки. В студии была Марина Юрченко. Всего вам доброго. Одежда ведущей предоставлена магазином женской одежды «Гюзела Классик».